Тренога управляемая была с подвала. Управляемое устройство мы обнаружили. Оно не уничтожено. Второй заряд не сработал. Для них нужно было считанные минуты, потому как патрули ходят регулярно и обследуют местность. Я думаю, что это, скорее всего, СБУ и ГУР Украины, которые забросили сюда диверсионщиков. Это работают специалисты. Это действительно, на самом деле, является предметом ни одного дня подготовки. Пострадавших, слава богу, нет. На тот момент здесь только оставалась старшая дежурная смена и оперативная группа, ни больше, ни меньше. Когда они могут победить на поле боя, придумывают всякие методы и кричат, что в войне все методы хороши. Но это вранье. И никогда это не приносило никаких успехов, и никогда это не поднимало тех людей, которые это делают.